Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас здесь, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, на нашем первом мероприятии в рамках проекта «Искусство жить дома». «Искусство жить дома» — это междисциплинарный проект, который исследует на языке современного искусства различные мемориальные пространства — дома, усадьбы, иногда даже улицы. И в этом году наш проект впервые проходит во всех городах присутствия Пушкинского музея — в Калининграде, Томске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Владикавказе, в Кавказе и Нижнем Новгороде. Собственно, в этом проекте мы предлагаем художникам взглянуть на традиционное мемориальное пространство под новым углом, под новой оптикой и в новых ракурсах, и, собственно, выстроить такой диалог с гениями мест. Нам кажется, это очень увлекательным и интересным путешествием, и результатом таких взаимодействие становятся выставки, спектакли, какие-то сайт-специфичные проекты. Но, конечно, наше искусство «Жить дома» — это не единственный проект в своем роде, который работает с традиционными мемориальными пространствами. И, как показывает практика, тема сейчас довольно актуальна. Собственно, мы поэтому сегодня здесь все и собрались. И на сегодняшней нашей дискуссии мы бы хотели поговорить как раз о том, как же выстроить работу с мемориальными пространствами и куратором, и художником, какие проекты могут получиться от такого взаимодействия, и как можно, собственно, по-новому взглянуть на концепцию традиционных мемориальных музеев. Меня зовут Анна Зиновьева, я продюсер московской части проекта «Искусство жить дома» и ведущий специалист отдела региональных проектов Пушкинского музея. И я страшно рада представить наших дорогих участников дискуссии. Дарью Болдыреву, куратора проекта «Искусство жить дома», северо-западный филиал Пушкинского музея Санкт-Петербург. Лукию Мурину, куратора проекта «Искусство жить дома» из сибирского филиала в Томске. Дарью Колпашникову, куратора московской части проекта и начальника отдела региональных проектов Пушкинского музея. Нину Мочалову, заведующую сектором по развитию международных проектов экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника Царицына, Москва. И Александру Миндрину, заместителя директора по развитию Дома-музея Марины Цветаевой, Москва. Да, ну, собственно, как я уже упомянула, на сегодняшний день практика работы и различных взаимодействий с традиционными мемориальными пространствами довольно актуальна и в то же время дискуссионна. Одни считают, что это хорошо и это нужно практиковать, имеет место быть, допустимо. Другие же, наоборот, относятся к этому осторожно или, может быть, даже лучше сказать, настороженно. Но наши гости, как никто другой, знают о всех тонкостях такого взаимодействия. И вот вопрос, наверное, для всех. Расскажите, пожалуйста, какие, собственно, формы взаимодействия современного искусства и мемориальных традиционных музейных пространств существуют на сегодняшний день? Какие, может быть, вы используете? И какие из таких форм вы считаете наиболее уместными? Что допустимо в мемориальных музеях, а что мы оставляем на стороне? Микрофоны включены. Да, наверное, отвечу я. Может быть, начну. Мне кажется, что тут есть несколько стратегий, с которыми можно работать в пространствах мемориальных музеев. Их вообще мы условно в рабочем коллективе называем интервенция и интеграция. Вот. Мне кажется, что тут более-менее понятен такой как-то плюс-минус, да, мотив того, что есть интервенция, потому что интервенция — это такая более яркая встраиваемость современного искусства в пространство музея. И интеграция — это более деликатная работа с наследием мемориальных пространств. Есть еще третий формат. Это формат цифровой.
Но он такой тоже, мне кажется, тоже довольно спорный, и это тоже какой-то, мне кажется, отдельный вопрос, который можно тоже отдельно обсудить. Вот. Из своего опыта могу сказать, что, наверное, в случае работы с мемориальными пространствами, учитывая их специфику, это все-таки интеграция, потому что и не знаю, будем ли мы сейчас это обсуждать с коллегами, но мемориальные музеи — это очень специфические, как я сказала, пространства, где нужно очень аккуратно работать, работать с современным искусством тем более. Для меня, наверное, близка формулировка «диалог», когда мы говорим о современном искусстве, которое оказывается в пространстве музея традиционного, который неизбежно связан с неким гением места, может быть, их даже несколько в этом пространстве, но так или иначе, человек, который приходит со своим проектом, сделанным здесь и сейчас, он всегда гость. И мы понимаем, что есть некий нарратив, который в пространстве музея ведется очень долго, последовательно и основательно, и с большим уважением должны и относимся, во всяком случае, я говорю о себе и своих коллегах, к людям, которые работают с этим местом и разрабатывают его нарратив, а также, конечно же, главному герою или тому кругу персоналей, о которых рассказывается в том или ином пространстве. И тем не менее, мне кажется, что этот диалог очень важен, и я думаю, что уместен практически в любых обстоятельствах. Другой вопрос, о чем этот диалог вести, на каком языке предпочтительнее было бы провести эту беседу, насколько она будет продолжительной. И, как мне кажется, диалоги уместны только в тех обстоятельствах, когда они временные, то есть не когда появляется какой-то гость, остающийся с вещами навсегда со своим проектом, думающий, что тут... Не переезд. Ну вот да, то есть не распространение плесени, не прирастание каких-то таких вот уже новообразований, а вот временно пообщаться с гостем, даже если он может быть авангардный, может быть эпатажный, может быть вы даже с ним не во всем согласны, это всегда питательная среда для того, чтобы и люди, которые с местом работают, и люди, которые в него приходят, находили новые точки соприкосновения с самым главным, что есть в пространстве классического, традиционного, мемориального музея, с его главным героем и с его смыслами. Но тем интереснее мне, наверное, услышать мнение коллег, которые не со стороны кураторства, то есть гостей, могут об этом рассказать, и со стороны хозяев, то есть принимающих площадок, к которым подобное искусство приходит. На меня смотришь. Ну, наверное, сначала дисклеймер. Музей-заповедник Царицына – это не мемориальный музей. Вот, хотя у нас достаточно выражено присутствие, значит, гения места, и мы находимся с ним все время в диалоге, тем не менее, вот, наша... мы не музей Екатерины, нет кровати Екатерины, спальни Екатерины нет, будуара, других... значит, аспектов нет. Но мы, конечно, находимся все время в диалоге с этим гением места. И тем не менее, наша основная коллекция – это все-таки коллекция декоративно-прикладного искусства бывших республик. Вот. И, естественно, с современным искусством мы работаем для того, чтобы актуализировать те вопросы, которыми мы занимаемся. Буду говорить из опыта, мы, в принципе, попробовали все формы, как мне кажется, ну или все основные. Мы попробовали выставки современного искусства вместе с современными специалистами по современному искусству, кураторами, как хачатуровские выставки. Да, Сергея Хачатурова, который вам, конечно, хорошо знакомы. Мы попробовали работу с перформативным искусством. Например, мы воссоздавали музыку 18 века по старинным партитурам, которые никто не слышал, интегрировали их в экспозиции. Мы занимались созданием новых художественных работ, в том числе сайт-специфик. У нас это вообще сложно, потому что мы музей-заповедник, это значит, что там больше, чем на 7 сантиметров землю вкопаться нельзя, и любой такой проект предполагает где-то полугодовой танец вместе с департаментом культурного наследия.
вот, с неясными перспективами. Вот, и тем не менее, в результате этого танца нам уже несколько раз удавалось, и вот-вот снова удастся провести триеннале современного искусства и современного гобелена, когда мы делали большое количество сайт-специфичных скульптур на территории парка. И с технологиями плетения. Но, наверное, самым моим таким любимым методом взаимодействия с современным искусством, формой, являются исследовательские проекты, потому что, конечно, они в своем потенциале могут вместить все перечисленное, то есть и производство работ, и выставку современную, и элемент перформативности. И, конечно, глубина погружения в них совершенно другая. Я, в принципе, потом попозже, наверное, расскажу про то, да, что мы делали. Да, обязательно. Сегодня поговорим про ваш новый премьерный спектакль. Но вот раз уж мы заговорили про сторону мемориальных музеев, Александра, вы как самый яркий представитель именно такого мемориального пространства музея Марины Цветаевой в Москве, как вы относитесь к таким взаимодействиям? Готовы ли принимать гостей? Ну, в первую очередь, я, наверное, от лица всех мемориальных музеев скажу, что слово «интервенция» нас очень пугает, вот, потому что все-таки мы, конечно, прекрасно понимаем, что любой художественный проект – это присвоение художникам пространства, но, с другой стороны, если просто взять понятие «дом-музей», «музей-квартира», мы же не говорим «музей в доме» и «музей в квартире», то есть само пространство, оно является не просто пространством, а оно неотделимо от субъекта, и любое какое-то вмешательство и интервенция, она может быть агрессивной. Вот если посмотреть вот именно на пространство как часть субъекта, но мне очень нравится понятие «гости», потому что, да, я об этом тоже думала, что художник, ну или любой деятель современного искусства, он в мемориальном пространстве как в гостях, и это не значит, что, например, мы говорим о сквотировании или говорим об уплотнении. Ты действительно в гостях, и значит, ты должен соблюдать какие-то правила этого пространства, правила их хозяев, но с другой стороны, хозяин, ну там квартиры, условно говоря, не может, ну ты ему ничего не обязан, то есть это не может быть каким-то социальным заказом от музея, это две равноценных стороны, целью которых является вот именно определение границ именно на берегу, и поэтому важно вот какое-то такое взаимное уважение и взаимная открытость. Нам в данном случае повезло. Мы дом-музей, и мемориальным пространством в нашем доме является только квартира, в которой жила непосредственно Марина Ивановна. Но у нас также есть выставочные залы и концертные залы, в котором мы вольны уже делать намного больше, чем непосредственно на постоянной экспозиции, поэтому здесь могут быть и какие-то театрализованные действия, и выставки, и какие-то музыкальные истории. Например, мы делали в рамках «Ночи искусств» большой хоровой концерт произведений шестидесятников на слова Марины Цветаевой, Тошнитки, Кубайдулина и так далее, вот, которому тоже способствовало, ну, предваряло исследование. Вот, поэтому практики могут быть абсолютно разными. Да, ну вот, Даш, ты как человек, который из Пушкинского музея первый пришел аккуратно в гости, и судя по тому, что у нас уже идет второй сезон проекта «Искусство жить дома», сделал это очень деликатно. Расскажи, пожалуйста, собственно, как появился проект, и какие у тебя были первые шаги по взаимодействию с мемориальными пространствами, чтобы сделать, собственно, этот союз долгосрочным, плодотворным, хотя и кратковременным? Спасибо за вопрос. Ну, наверное, я, наверное, начну просто с самого начала, с 22-го года, когда случился первый
первая итерация проекта, мы действительно смогли договориться с 4 мемориальными музеями-квартирами. Это был музей-квартира Римского-Корсакова, музей-квартира Достоевского, дом Михаила Матюшина, который называется «Дом петербургского авангарда», и мастерская скульптора Михаила Никушина. Мы, конечно, работали в модусе гостей, мы работали сайт-специфически, и, наверное, большим плюсом вообще всех проектов и этого года тоже, это то, что современные художницы, которые внутри нашего проекта приходят в пространство музеев, они создают исследовательские проекты прежде всего. То есть у них есть некоторое время на то, чтобы побыть в пространстве, познакомиться с сотрудниками музеев. Это одна из самых важных, на самом деле, частей, которые мы, как, вот, как кураторы, как медиаторы, обязаны выполнять. У нас просто в проекте так получилось, что все художницы работали, поэтому я буду говорить «художницы». Художницы действительно провели несколько месяцев, исследуя тему главного героя, с которым им пришлось как бы так много времени провести вместе, познакомились, со многими музеями подружились. И в итоге, мне кажется, в каком-то смысле успех результатов вот финальных, да, выставочных проектов, он заключался именно в том, что мы действительно приходили и очень деликатно работали. Действительно, как гости, уважающие правила, но которые в диалоге могли о чем-то договариваться с музеями. И мне кажется, что вот как раз первый вариант проектов в Петербурге, и был еще спецпроект в Москве, в доме 2022 год. Да, в доме Станиславского, как-то показал, что это действительно очень интересная работа. Но опять же скажу, что в Петербурге вот петербуржцы, петербургские кураторы и искусствоведы, они немножко вымуштрованы фестивалем, который проводил долгое время фонд ProArte, который назывался «Современное искусство в традиционном музее». И там участвовали не только мемориальные музеи, да, но в принципе вообще все традиционные музеи, которые приглашали современное искусство к себе в пространство. Это действительно был такой опыт многолетний для петербургских музеев, где они немножко привыкали к тому, что это совсем может быть не страшно, не рискованно. Хотя вот мой опыт показывает, что когда я прихожу на первую встречу знакомство с музеем, все, конечно, очень опасливо относятся к нам и на первой стадии боятся. Но когда понимают, что мы очень аккуратно подходим к процессам, все художники действительно сидят, читают, роют, спрашивают архивные данные. В общем, видно, что художники действительно работают. Вовлечен в процесс. Они абсолютно вовлечены, да. И плюс эти художники не какие-то случайные, да, это тоже наша какая-то довольно большая кураторская работа по подбору определенного художника к определенному пространству. Тут тоже определенные такие какие-то процессы, да, наши кураторские происходят. Вот. И вот этот вот уровень опасности внутри музея, он сходит немножко на нет, потому что музейные коллеги видят, что мы не собираемся действительно совершать никакие интервенции, что все очень аккуратно, это в том числе и в наших... Это хорошо для нас, когда мы, естественно, поддерживаем очень дружеские взаимоотношения. После первого проекта я хочу сказать, что несколько музеев попросили оставить работы художниц у себя. Это был, на самом деле, вот мой такой личный переехать все-таки. Кураторский, такой вариант тоже возможен. Да, мой личный кураторский успех и успех художниц, потому что действительно работы так вписались в пространство, так понравились самим сотрудникам, что они не отказались от этих работ по окончании проекта. Мне кажется, что это вот как бы такой вот самая лучшая обратная связь, когда ты работаешь с другим музеем. Вот.
И второй проект, собственно, получилось уже так немножко масштабировать и сделать вместе с коллегами из всех наших филиалов Пушкинского музея во всех городах. В нескольких городах вот проекты открылись, в нескольких они только готовятся открыться летом. Чем он отличается в этом году? Он отличается небольшой подтемой, появилась подтема игры, причем игру мы рассматриваем в очень широком, взяли большую рамку такую широкую игры, что это может быть все, что, в принципе, вы понимаете под словом игра, то есть от детских игр во дворе, заканчивая шахматами и компьютерными играми. Вот такое отличие. Не знаю, ответила ли я на вопрос? Да, вполне, конечно. А вот у нас на самом деле в стране большое множество мемориальных музеев, и все музейное сообщество показывает, что вопрос нужно обсуждать. Вот вы, как наши дорогие кураторы, какие советы, может быть, могли дать по взаимодействию с мемориальными пространствами? Может быть, просто кто-то давно об этом мечтает, но не решается, потому что, как мы уже услышали, это не всегда просто и могут возникнуть разные трудности. Вот что вы посоветуете, какие способы выбрать, какие стратегии разыграть, и как, может быть, с художниками поработать, чтобы они смогли влиться вот в этот процесс мягко и безболезненно, чтобы им тоже было интересно и просто работать? Давайте я попробую ответить. На самом деле, вот вы сказали, что мемориальных музеев много, но в Томске, например, классический мемориальный музей всего один. Это мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». Вот. Но мы этот музей, конечно, рассматривали, но, собственно, когда появилась тема игры, мы подумали, что это не самый лучший вариант работать с этим музеем. Вот. И да, был потом у нас второй вариант, это музей «Профессорская квартира», где как раз это такой частный музей, где и создатель, и директор очень трепетно относятся к каждой вещичке. Вот, это музей, он не в классическом понимании мемориальный, потому что это просто такой музей профессорского быта. И коллекцию мебели и предметов очень бережно собирали. И мы, понимая это, и советуюсь с коллегами, как правильно заходить в такие музеи, где все очень-очень такие трепетные люди. Мы бы думали, что нужно, конечно, быть максимально деликатными. Мы обхаживали музей, наверное, полгода. Даже вот Дарья Болдырева там поучаствовала вот в этом процессе объяснения, что такое художественная интервенция, как это будет. Мы нашли самый деликатный вариант. Это художник Евгений Гаврилов из Новосибирска, который работает с медиа. То есть мы обещали, что это будет звук и видео. То есть это такое минимальное включение в экспозицию. И тема игры так хорошо ложилась, что вот профессора томские, начало веков, какие игры они играли, и вот у них там коллекция карт была и все такое. Но потом художник, которого мы вот так подбирали очень тщательно, он просто не смог по графику и отказался. И все наши усилия, они как бы сошли вот на нет, потому что мы начали искать других художников, и все другие художники, которые работают с объектами, декоративно-прикладным искусством, живописью, графикой, уже в этот музей не подходили, потому что хозяева музея приготовились к тому, что нас будет незаметно. Что если это будет звук, и у нас были такие очень долгие, сложные уговаривания как раз про то, что... Вот а как звук можно выключить, как известно, да? Да, звук можно выключить, видео можно тоже выключить. Мы уже этого начали, опасаться. И потом просто наш диалог свелся к тому, что вы можете сделать так, чтобы это было совсем незаметно. И, я понимаю, что это не нужно ни нам, ни в первую очередь художнику, которого мы приглашаем и говорим ему... Может быть, под кроватью что-нибудь сделаешь или в шкафу. Ну, то есть, такие вещи, они уже нам показались неприемлемы. И, стратегия, конечно, быть максимально деликатным в какой-то момент просто не сработала. В итоге у вас ведь все сложилось прекрасно. Вы открыли замечательный проект архитектуры жизни Анастасии Безвершук в Музее деревянного зодчества. Как вот вы смогли все-таки растопить сердце томских музейщиков? Это отдельная история, на самом деле. Да, мы даже потом были очень рады, что нам не достался такой музей, где...
все уже готовое. Вот. А мы вот благодаря проекту, да, «Архитектура жизни» мы просто реанимировали один из самых потенциальных и заброшенных музеев в Томске. Это тоже, это как бы не мемориальный музей, потому что это музей деревянного зодчества, где хранятся детали уничтоженных домов. Это такое место плача просто по томской архитектуре. Но там ведь жил ваш знаменитый архитектор Крючков. Да, да. И этот, собственно, сам дом в стиле модерн построил архитектор Крючков для своей семьи, и он там жил. Но там не было, ну, скажем, никакой мемориальной комнаты, где бы, ну, можно было как-то, ну, в классический мемориальный музей попасть. Вот там эта кровать, где он спал, вот этих вещей не было. И благодаря проекту мы полностью обновили постоянную экспозицию. Вот, и получается, что мы как бы сделали две выставки. Мы сделали мемориальную выставку, вот, с учетом, что там уже будет современное искусство Анастасии Безвершук. Да, вот сейчас как раз на экране. Вот. И тут, да, тоже такая проблема возникла, что а как теперь будет эта экспозиция смотреться без современного искусства? Потому что понятно, что, да, мы когда экспозицию делали, мы уже представляли и планировали, что вот художница, которая работает в технике цианотипии, это, собственно, в этой технике и работал архитектор, да, копируя свои чертежи, что получится такая красивая история, что эти вещи, они все очень органично вольются. Да, и теперь у нас проблема, не будет ли пусто. Но она Анастасия, кстати, хочет очень, чтобы все осталось в музее. Это безумно приятно, и проект действительно получился очень тонким. Я вот могу поделиться своим опытом, поскольку я работаю на принимающей стороне. Вот, кураторы к нам приходят. Вот. И кроме того, что мне, во-первых, очень приятно было слышать о том, что для вас так важно вот, отнестись с уважением к тому месту, куда приходят кураторы, это на самом деле нераспространенное мнение. Вот. Распространяйте его. Вот, это правда очень ценно. А второй, наверное, момент – это то, что музей будет рад, если ему предложат проект музея, в котором в центре будут именно его интересы, а не, ну, скажем так, некоторая амбиция куратора, где музей будет только фоном. Вот, такие ситуации складываются, и нам как музею особенно приятно, когда приходит куратор, который вот готов играть на нашей стороне, то есть человек, который вот на время своего контракта, если мы заключаем контракт с куратором, он становится своего рода активом музея, действительно специалистом, которого мы привлекаем и который играет на нашей стороне и вместе с нами думает, как сформулировать проект в наших интересах. И в этот момент это означает, что человек должен подключиться и к тому, какая у нас коллекция, и к тому, какие у нас, в принципе, амбиции, какие у нас выставочные планы, какая у нас публичная программа. Ну, то есть это требует, ну, значительной эмпатии, на самом деле. Вот. Но в тех случаях, когда она проявляется, мне кажется, что для куратора открываются и двери, и люди, и даже хранители разговаривают с ними. Вот, в общем... Это большое дело, если хранители разговаривают, да, но значит, все хорошо. Да, я помню, как в прошлом году, точнее, в 22-м, когда мы работали с музеем Станиславского и делали там проект Ирины Кориной в рамках «Искусства жить дома», самым большим откровением, моментом, когда я поняла, что все случится, было, когда главный хранитель согласилась показать священное, сакральный объект пенсне самого Станиславского, который не интегрирован в постоянную экспозицию, а находилась в фондах, в специальной коробочке, в специальном шкафчике. В общем, только широта души Ирины, только наша готовность прислушиваться к каким-то моментам и искреннее желание работать из принципов любви, а не потому, что мы тут к вам в гости пришли, и нам вроде бы даже дали бюджет, спасибо большое компании Дом РФ, которая поддерживает наш проект, на то, чтобы мы что-то вам хорошее сделали, а теперь благодарите нас. Потому что, конечно, мы понимаем, что у музеев другой темп развития, это мы можем быстро перепридумать выставку за пару недель, хотя не хотелось бы работать в таких условиях, но мы очень заинтересованы в том, чтобы становиться партнерами-единомышленниками, даже если судьба нас соединяет на какой-то короткий период. Хотя мне кажется, что из подобных знакомств может получиться плодотворная и последовательная дружба, которая приходит из проекта в проект. Я вот просто дополню и Дашу, и Лукию, потому что у нас вот в этом году один из проектов, который делала художница Александра Гард в музее-квартире Некрасова,
она как раз пошла по принципу, ну, такая стратегия у нее была полная мимикрия, потому что если вы зайдете в музей, вам будет довольно сложно найти ее работы, и это как раз играла нам на руку, потому что это была и является до сих пор игрой. То есть вы приходите и включаете какое-то максимальное внимание к предметам и деталям в интерьере, чтобы найти ее работы. Хотя, конечно, есть подсказки, в общем, можно ничего не искать, посмотреть локации работ. Но тут как раз вот интересно было, что коллеги из музея Некрасова невероятно тепло приняли нас, приняли работы и исследования Саши. И, как выяснилось, хотя мы очень сильно боялись, что это будет вот каким-то камнем преткновения история с тем, что Некрасов действительно играл в карточные игры, и у нас были такие подозрения, что музею не очень понравится, что мы будем вытаскивать на поверхность эту тему, но оказалось, что нет, что у коллег уже были выставки, связанные с играми, и мы благодаря коллегам прочитали невероятное количество информации, литературы про то, что такое были карточные игры в 19 веке, что это был совершенно невероятный какой-то социальный лифт, которым пользовались люди, и, в общем, очень много каких-то невероятных деталей, подробностей, которые никогда бы в жизни ни я, ни Александра Гард бы не узнали, если бы мы не начали исследовать подробно эту тему. Ну, у нас, конечно, сначала исследования проекта мы думали, что тут сейчас мы всех возьмем, и Тургенева захватим, и Толстого, в общем, на самом деле всю русскую литературу и поэзию можно захватить с этой темой. Вот. Но как-то вот Николая Некрасова нам хватило, потому что там очень много историй, много сторителлинга с этим связанного. Вот. И Саша как раз пошла по пути запрятывания своих работ, чего не случилось в Томске, потому что это, очевидно, не была стратегия художника. А в нашем случае, вот конкретно в этом музее, это была настоящая стратегия, плюс музей нам еще очень помогал, потому что они нам дали свои рамы под гравюры, которые Саша тоже, это не были гравюрами Александры, это были гравюры, которые мы специально искали несколько месяцев в разных антикварных магазинах, в которых, например, Александра подрисовывала разные сюжеты из Некрасова, и они настолько интегрированы там идеально, что вы, скорее всего, даже их не найдете, если не будете присматриваться. Все сюжеты Саша подрисовывала из творчества Некрасова и из каких-то сюжетов его личной жизни. И, в общем, это выглядит действительно очень достойно и тайно интегрировано. Но, опять же, тут я вот хотела сказать, что ведь все мемориальные пространства, они все очень разные. Вот музей Некрасова – это очень-очень насыщенная среда. Там очень сложно сделать вот прям интервенцию. Там действительно нужно было работать деликатно. Это вот как пример. Александра, вы как, приняли бы таких кураторов в музей Цветаевой? Ну, я, наверное, хочу дополнить, что симбиоз мемориального музея и современных художников, он очень важен просто потому, что да, у мемориального музея есть очень высокая экспертиза именно в предмете своего изучения, но в формах рассказа истории мы ограничены, то есть мы рассказываем историю своего персонажа только через музейные предметы. И вот, к сожалению, это, наверное, основной, если не единственный способ диалога с посетителем, и поэтому поиск новых форм рассказа этих историй, он, конечно, очень важен. Вот. Что касается именно нашего музея. Может быть, презентацию вашу включить? Я знаю, что у вас была. Можно. Верно. Так. То у нас в 2017 году была как раз реэкспозиция, и вся квартира Марины Цветаевой. Презентация.
она стала белой, ну, то есть там белоснежные стены, белоснежный потолок, и это символизирует собой чистый лист, вот чистый лист, который лежал на столе поэта, и возможность посетителю самому интерпретировать увиденное и его осмысливать. Поэтому, на самом деле, запускать именно в мемориальное пространство, это значит во многом нивелировать эту возможность. Поэтому, но с другой стороны, у нас есть, нам повезло, как я уже говорила, у нас в распоряжении целый дом, и там уже есть где развернуться. Я, наверное, расскажу о нескольких наших проектах, которые мы реализовали совместно с художниками. Остановлюсь именно на выставках, потому что, ну, о концертах и спектаклях, променадах можно говорить бесконечно. Наверное, в первую очередь мы, к нам идут, и мы тоже ждем людей, которые, собственно, их искусство было вдохновлено Цветаевой, и которые как раз хотят приобщиться к месту именно потому, что из-за его мемориальности. Например, у нас вот в 2016 году был проект с французским художником Вали Эдис, которая сделала книгу художника, которая делала потрясающие афорты на основе поэмы «Горы». Вот. И теперь афортные листы представлены, ну, они в нашем основном фонде и представлены у нас на постоянной основе. С Валей мы уже делали проект в 23-м году. Здесь уже были другие книги художника и другие афорты, но тоже на цветаевские темы. Другие книги художника у нас были представлены в 22-м году, и тоже были замечательные, такие очень интересные и портреты, и тоже картины на тему, например, вот это вот желтое, это Цветаева и Гончарова на тему их общения. Вот, то есть, ну, цветаевские истории нам, наверное, интересны еще с той стороны, что здесь мы можем выступать действительно в симбиозе и давать какую-то научную консультацию. Открыли мы наш музей как раз после реэкспозиции замечательной такой выставки «От руки», где современные художники тоже рисовали изображения поэтов Серебряного века. Вот, но, то есть, не только прямым вот именно заказом на тему Цветаевой, на тему Серебряного века, мы не только с этим можем работать, мы можем работать как и с пространством. Например, у нас был проект, который посвящен личной истории художника о любви, его осмыслением этой темы, но вот здесь в соавторстве еще с командой Zoo Club, которые делали муралы, тем не менее у нас была такая рифма пространства вот как раз белого квартиры и белого пространства выставочного зала, где были помещены наравне с объектами искусства и стихи Цветаевой. Вот. А это я тоже хочу рассказать историю про то, как не только цветаевские сюжеты могут лечь в основу нашего сотрудничества с современными художниками. Мы открыли нашу фондовую выставку в прошлом году. Она была посвящена Волошину и его физическим и метафизическим приключениям, странствиям. И там были среди прочих экспонатов открытки с репродукциями Хокусая, там были виды Тифлиса, виды Константинополя. И потом к нам приходят кураторы и говорят, а давайте мы сделаем проекты о путешествиях и как раз и об осмыслении себя в обстоятельствах определенного места и определенного времени. Это как раз тема, к которой неоднократно обращалась Цветаева, ну и Волошин в том числе, в своих каких-то эпистолярном наследии, в прозе. И вот так получилось, что
что из конкретных экспонатов, то есть из этих открыток, мы уже можем дальше путешествовать в тот же Константинополь. Это был проект Андрея Новикова «Ключи от города». И дальше мы путешествовали к Нане Тетишвили в Грузию и Японию. Вот, вот это. И тоже потом из выставочного проекта родился такой перформанс с театром Романа Виктюка. Вот, поэтому не только осмыслением биографии или каких-то конкретных текстов можно работать современному художнику в пространстве музея, но это может быть и история дома или его архитектура. Это могут быть чувства, которые волновали вашего персонажа и также откликаются в вас. Это могут быть какие-то, не знаю, внешняя среда, которая воздействовала на, и на персонажа, и на художника. То есть тем на самом деле много, и также много и точек отправных и для диалога, и для исследований, и мы всегда рады. У вас потрясающе насыщенная жизнь для мемориального музея и опыт взаимодействия с современным искусством, о котором только можно мечтать. Но вот, коль уж мы заговорили про художников, и, Даша, ты сказала, что действительно они сталкиваются с очень большим объемом материала. Вот по вашему кураторскому опыту, как можно художника направить, чтобы он в нем не потерялся? Как с этим всем работать? Да, ну тут просто обычный человеческий диалог, когда вы выясняете, какие все-таки есть, не знаю, точки якорные, которые больше интересуют меня как куратора, художника, и мы это обсуждаем. Ну, в общем, это обычный какой-то рабочий процесс, да, подготовки проекта, тем более исследовательского направления. И в целом все довольно хорошо получается, потому что у меня есть обычно какая-то ясная, четкая идея, чего я хочу в конкретном месте, и мне просто нужно правильно артикулировать, донести художнику или вдохновить его, или ее. Тут как бы такая какая-то обычная человеческая история разговора с художником. Мне кажется, что, в принципе, это нормальная практика, и одна из, вот, ну, наверное, пример такого как-то блестящего проекта, я бы сказала, потому что вот в прошлом году в музее-квартире Римского-Корсакова у нас получилась просто какая-то невероятная синергия с художницей Аней Мартыненко, которая театральный художник, и она работает со звуком. И это был невероятный просто мэтч для музея-квартиры Римского-Корсакова. И меня очень интересовала история с синестезией у Римского-Корсакова, и Аню интересовала эта история. И вот, в общем, мы вместе, и вместе с музеем, естественно, исследовали историю, синестетическую такую историю у композитора. Но при этом проект рассказывал про гостей Римского-Корсакова, которые приходили к нему каждую среду. Это были такие известные корсаковские среды в Петербурге, куда приходил весь бомонд оперный Петербурга и, ну, и Москвы тоже. И Анна делала в итоге проект про голоса этих людей, которые так или иначе отражались в скульптурной форме. То есть синестезия у нас была не на поверхности, да, вот тема, а именно через это отразилось именно в медиуме и в результате. Как раз та работа с контекстами, о которой сейчас говорила Александра, да, что можно брать более прицельно. Я вот могу поделиться тоже опытом. Александр говорит про то, когда экспертиза находится, вот, ну, глубокая экспертиза находится на стороне музея. У нас год назад был опыт, когда глубокая экспертиза оказалась на стороне художника. К нам так случилось, в общем, что мы начали работать с бразильской художницей Алине Минейру. Алине несколько лет изучала наследие Григория Лангсдорфа. Григорий Лангсдорф – это исследователь, натуралист и русский консул в Рио-де-Жанейро, который в начале XVIII века
простите, 19-го, поехал в Бразилию на деньги русской короны и, в принципе, открыл Бразилию Европе. То есть в экспедиции, эту экспедицию мы бы назвали сейчас большим международным проектом, вот, туда поехало 36 человек, 16 выжило, вот, в общем, достаточно драматично, и в ходе этой экспедиции были собраны абсолютно потрясающие материалы, которые отправились в Петербург. Дальше какая-то часть из них была напечатана, вот, издана в Европе, все узнали о Бразилии, после чего все потеряли. И вот бразильская художница несколько лет изучала те остатки материалов, которые ну, где-то в начале 20 века в Кунсткамере нашли ящики с экспедиции Лангсдорфа, заново открыли все это. Но все равно вот как-то это не стало таким вот именем, который, наверное, каждый из нас слышал. И вот к нам обращается бразильская художница с тем, чтобы с предложением организовать для нее контрэкспедицию. Не из, соответственно, Петербурга в Бразилию, а из Бразилии в Петербург, вот, для того, чтобы она познакомилась с этими архивными материалами и на их основе создала свой проект. Вот, таким образом мы столкнулись с человеком, который ну, на несколько лет больше нас занимался предметом. Вот, поэтому неожиданно вот в этом проекте мы оказались его руками и сокураторами, вот, и такими навигаторами внутри Российской музейной системы. Вот. И хочу сказать, что это действительно был очень успешный проект, потому что в нем, ну, во-первых, в нем участвовало просто много организаций. Вот, участвовал Архив Академии наук, Институт Комарова, Зоологический, Кунсткамера, Архив военно-морского флота. В общем, и ее работы производились в сводах ГЭС-2, поэтому она смогла произвести 15 работ, которые были успешно интегрированы вот, в пространство музея. Вот. А точкой соприкосновения вот этим кикстартером было именно ну, наш интерес к семье Романовых и тому, что мы хотя бы раз в год делаем проекты, связанные с ну, в широком смысле деятельностью этой семьи. Вот. А с другой стороны, это, конечно, интерес к совместному художественному производству. Вот. Поэтому здесь экспертиза... даже в чем-то она вас направляла, да? Насколько совершенно я точно, поняла. Конечно, да. Лукия. Да, я хотела чуть-чуть дополнить про как раз работу с художницей, потому что нам ну, сильно повезло, что у нас была Анастасия Безвершук, она и до нас работала, имела большой опыт работы как раз с архивами, с локальным контекстом, с историей, и это была не первая ее интервенция, но понятно, что, как оказалось, самая масштабная в итоге. И у нас был ну, такой общий процесс, собственно, сбора вот этих архивных фотографий, так как она работает с ценотипией, ей, собственно, нужны были ну, фотографии, чтобы создавать свои полотна. И это была наша ключевая задача, потому что архив Андрея Дмитриевича Крючкова, который жил в Томске, но большую часть прожил в Новосибирске, архив его там, и он тоже в разных местах. И, в общем, мы вот вместе с заведующей, с экспозиционером Николаем Исаевым, в общем, кинулись все на поиски. Потому что ну, не было единого места. И мы вот это все собирали, пересылали Анастасии. Мы сделали даже для нее 3D-модель музея, чтобы ей было проще ориентироваться. Там вот эта постоянная переписка, снимали размеры всех объектов, которые могли ее заинтересовать и так далее. Но потом случилось такое ключевое событие. Мы, ну как бы не то, чтобы где-то недалеко лежали, в принципе, на поверхности были воспоминания внучки Аматы. И там листов 20, но они были настолько искренние, понятно, это детские воспоминания ребенка, который вырос в этом доме. А надо сказать, что вот особняк, который построил архитектор для себя самого, ну, был как бы идеальный для жизни. Это, во-первых, был первый благоустроенный дом в Сибири, деревянный. И вот внучка, которая жила, понятно, в таких, ну, как бы в хороших условиях, она тепло это вспоминает, там, и горячую воду, и вот эти все вещи какие-то, как, ну, в смысле, и самого своего деда описывает очень трогательно, вот как они собирались там, не знаю, с самоваром на веранде, вот эти все вещи, и вот, ну, Настя, она прочитала воспоминания, и потом, как мы уже когда экспозицию собрали, мы поняли, что, собственно, экспозиция это сформировалась на основе воспоминаний внучки. Вот тут появились там герани, которые были по всему дому, и вот эта как бы именно семейная история стала самой главной, и получился ну, как бы очень
такой теплый проект, потому что, ну, как бы все знали, ну, вот есть архитектор, он строил дома, он там, ну, как бы важную роль сыграл в формировании архитектурного облика Томска, потом Новосибирска. В Томске он занимался модерном, строил изящные домики, переехал в огромный Новосибирск, начал возводить конструктивистские огромные монументальные дома, такой, ну, довольно универсальный человек. Вот, и просто глазами внучки он такой очень хороший, теплый, и вот получилось на самом деле вот эту атмосферу воссоздать. Открыть его с абсолютно новой стороны. Да, абсолютно, да. С новой. У нас, собственно, московская часть проекта «Искусство жить дома» тоже открывает нашего героя Николая Васильевича Гоголя с очень неожиданной стороны. Даша, расскажи, пожалуйста, здесь еще одна интересная деталь. Да, вот с одной стороны Гоголь со своим необычным увлечением и новой стороной, а с другой тот факт, что наша выставка собрана со множеством художников. Вот сейчас коллеги делились опытом, как они с одним работают, как тебе удалось гармонично и очень деликатно собрать их всех вместе? Ну, на самом деле, мне честно кажется, что я немножко как будто бы обхитрила систему, потому что, конечно же, курировать выставку, когда ты можешь поспорить сама с собой и понять, что ты не права, и потом передумать, или когда ты встречаешься с неудачей, потому что тебе не выдают вещь, а не потому что художник вообще не хочет ее делать, и вы с ним решили, что проект будет в другом. Это совершенно иной, гораздо более кропотливый, на мой взгляд, процесс, хотя и, возможно, более захватывающий, увлекательный, уникальный, потому что нет никого более интересного на свете, чем художники и их потрясающие мозги, которые могут привести вас к совершенно любому результату, но это немного неуправляемый процесс. Тут вы танцуете в одиночку, безусловно, при учете того, что, как мы и говорили в начале, сама канва проекта предполагает, что мы работаем на чужой территории, на территории, по которой проходят десятки экскурсий в день, где есть свои представления о прекрасном, они могут совпадать с вашими, могут немножко расходиться, потому что у всех свои фирменные стили, допустим, у всех свое время создания экспозиции, оно может быть не сделанным как модные современные выставки, сделанные в этом году, может быть, сделаны по моде чуть более ранней, и это будет уже немножко фонить для вас, как для гостя, но это не ваше дело, потому что в данном случае в рамках работы в проекте «Искусство жить дома» мы становимся временными гостями, у которых есть возможность взглянуть по-новому на музей. Я живу в музее Гоголя, когда мы договорились с коллегами, что мы работаем вместе. У нас было уже не очень много времени до момента, когда мы должны были выставку открывать. И я понимала, что, к сожалению, на этом этапе пригласить художника, который бы потратил время на настоящий глубокий ресерч, я не могу себе позволить. При этом я академический исследователь, и знаю, что если я все свое свободное время проведу в библиотеке и архиве, я смогу выжать из себя результат. И тут мне очень повезло, что дом Гоголя – это то пространство, которое я обожаю. Это прекрасный, очень симпатичный музей. Я всем рекомендую его посетить, даже не только потому, что я куратор выставки «Стишки и строчки», а потому что там прекрасная кофейня, там очень хорошие экспозиции, там интересные лекции, там работает замечательный коллектив. А еще это не просто музей, это еще и библиотека, что сочетается очень редко, и библиотека отличная. В общем, правда, надеюсь, что я смогла вас убедить это место на Никитском бульваре навестить в ближайшее время. Кстати говоря, выставка до 30 июня, вдруг вы совпадете. Так вот, я поняла, что, бывав в этом месте не раз, я, вернувшись в него еще раз, но уже с этой задачей, смогу нащупать те крючочки, которые меня подхватят. И это был буквально крючочек, точнее иголочка. Потому что так часто бывает, в мемориальных музеях далеко не все вещи помнят самого гения места. В музее Гоголя, несмотря на то, что экспозиция сделана очень тщательно, там повторяются комнаты по описаниям современников Николая Васильевича, которые бывали у него в гостях. Там очень трепетно и бережно коллеги работали с мемориальным пространством, однако же настоящих вещей, которые помнят прикосновение Николая Васильевича, скажем так, не так много. Одна из них – костяная игольница с вырезанным на ней пилигримом. Это был подарок матери Николая Васильевича сыну. Может показаться, что это просто такой трогательный жест, но на самом деле это свидетельство большой страсти Николая Васильевича, его, видимо, способа снять стресс и волнение. Он был большой рукодельник. Он умел шить, вышивать, вязать. Он мог не просто, допустим, подлатать себе какую-нибудь дырочку на рубашке. Он шил платье своим сестрам.
он обшивал своих знакомых, он удлинял себе жилеты, он следил за модой, потому что, в принципе, наверное, все это прикладное, декоративное, нарядное его интересовало очень. И тут, гуляя по музею, я еще наткнулась на замечательный вышитый портрет императора Николая, который просто был контекстуально связан с экспозицией и не принадлежал Николаю Васильевичу или его руке, к сожалению. Однако же я почувствовала, что один из главных трендов в мире современного искусства сегодня декоративно-прикладное искусство, текстиль, ткачество, вышивка очень удачно смогут вступить в диалог, найдя общую тему с Николаем Васильевичем. А дальше моей задачей было в рекордные сроки, ориентируясь на все, что я помнила, видела и всех, кого я знаю, кто работает с этой темой, подключить уже существующие объекты. Художники не успели бы в мои сроки сшить что-то новое. Ну какие сроки-то, скажи? Я не буду говорить, потому что люди мне не поверят. Но сроки были очень короткими, однако же удалось строить уже существующие объекты, связанные с темой гербариев, которые Николай Васильевич тоже обожал собирать, отлично разбирался в растениях, а эта тема тоже волновала по-разному, но художницы, например, Дарью Неретину, Лену Скрипкину, которые очень тонко вписались, Лену Ярулину, прошу прощения, очень тонко вписались и в пространство, и в интерьер этого красивого дома, и в ту тему, которая меня волновала. И так получилось каждый зал спрятать несколько гостей, не мешающих экскурсоводам, не мешающих гостям, которые, допустим, вообще не хотят смотреть на современное искусство, а хотят думать только о Гоголе и о втором томе «Мертвых душ», которые были сожжены вот прямо вот на этом самом месте. Но, кстати говоря, одна вещь, сделанная специально для нашего проекта, у нас тоже есть. Это работа Саши Браулова, посвященная фильму «Ревизор». Наверное, самой известной пьесе Гоголя и произведение, которому посвящен целый отдельный зал музея. В общем, как будто бы эта история сложилась, но тут была исключительно моя ответственность. Я знала, что я подведу не только себя, не только родной музей, не только коллег, которые долго с художниками делали проект, но и всех авторов, которые доверили мне свои работы и разрешили их вшить в полотно повествования в рамках проекта «Стежки и строчки». И вы можете как раз на досуге пройти и проверить, получилось ли. Я как раз сейчас подумала, что у Николая Васильевича такие яркие обычные описания одежды, и вот ведь не случайно они такие... Я отсылаю к ним, правда. Есть совершенно потрясающая книжка Ларисы Мордуховны Кирсановой про розовую эксандарейку и всякие другие необычные предметы одежды в русской литературе. И розовая эксандарейка – это как раз розовая рубашка из особенной ткани, которая розовая во втором томе, в тех остатках текста второго тома «Мертвых душ». Не потому что молодой человек, который носил ее, он был щеголем, и о нем заботилась его... человек, который владел этим крепостным крестьянином, а потому что это была когда-то красная рубашка, ухарская, модная, которая выгорела от постоянных стирок и носки, и на самом деле, видимо, она еще и там расходилась по швам, потому что эта ткань, она очень непрочная и недолговечная. И через такие детали Гоголь все время подсвечивает тайные стороны характера своих героев, и мы, не находясь в контексте, часто этого не считываем. Но вот как раз в рамках выставки я этим аспекты, там, ну, допустим, вот синцы... брусничный был блеск у пиджака, у Чичикова. Да. Ну вот это вот прям в точку. Новый ракурс для того, чтобы почитать тексты Гоголя, это может быть очень неочевидный толчок. Может быть, на вот проект в рамках «Искусство жить дома» — это как раз те триггеры, которые вас обращают к тем героям, о которых мы, может быть, ну, как-то забыли или уже привыкли относиться как к данности. Да, мы, конечно, очень много стратегий обсудили, которые наши коллеги из мемориальных музеев могут использовать в своей работе. Но вот хотелось бы подсветить еще один вариант взаимодействия. Нина, у вас совсем недавно прошла премьера аудиоспектакля «Променада» Царицына про любовь. Могли бы вы в двух словах рассказать, что там происходит и какой опыт получают посетители заповедника через такую форму интервенции? Да, действительно, мы вот только-только у нас была премьера аудиоспектакля «Променада Царицына про любовь», который мы сделали вместе с мобильным художественным театром в партнерстве. Если у вас нет их приложения, скачайте. Это бесплатно. Это бесплатно. И спектакль бесплатный. И обеспечит вам хорошие летние прогулки. Там более 50, но я буду рассказывать, естественно, про наш. Наверное, в этом году мы празднуем... Мы можем, наверное, посмотреть тизер? А, можем посмотреть тизер. Конечно. Да, давайте. Буквально на минуту окунуться. Приключения закончились.
если оно вообще было, может, мне просто показалось. Спасибо. Да, вот аудиоспектакль «Променад». В этом году мы празднуем свое 40-летие. Как вы, наверное, знаете, у Царицына достаточно эклектичная история от такого екатерининского долгостроя через прекрасную дачную богемную жизнь с Буниными, Тургеневыми и прочими в советские коммуналки и, наконец, в музей. Вот. И, вот нам, и вот музей празднует 40 лет, и мы думали, как нам вообще о себе рассказать. И думали, какой вообще есть общий знаменатель у всего такого разного Царицына. Подумали, что это любовь. Поскольку, в принципе, это сам музей-заповедник, ну, усадьба, дворец, начиналась как первый романтический проект Екатерины и Потемкина. Они провели там свой медовый месяц. И далее, значит, все русские классики там влюблялись, женились, топились из-за несчастной любви. Леонид Андреев топился, но был спасен соседом, которому он был должен. И, в общем, у нас было много прекрасных вот таких вот деталей. При этом мы также понимали, что у Царицына есть вот такая социальная функция, которую, в общем, мы сами себе не придумывали, не программировали, она сложилась исторически. Туда все ходят на свидания, любят жениться, там есть ЗАГС. В общем, все, вот карта к нам в руки шла. И поэтому мы пригласили драматурга, познакомили его с нашим научным сотрудником, который 15 лет собирал материалы по вот, царицынским дачникам, и сделали open call. Позвали всех наших современников рассказать свои истории о своих свиданиях, о своих, может быть, каких-то и грустных историях тоже. И нам начали присылать письма. Вот. Нам доверили больше 50 историй. Все это попало в руки к драматургу. И вот за год был создан проект. Как я говорила, он был создан в партнерстве с мобильным художественным театром. Режиссером проекта стала выпускница Брусникинцев, мастерской Брусникина Алина Насибуллина. Куратором стал Алексей Киселев, Максим Жигалин и Илья Кухаренко со стороны музея. Ну вот, например, в ролике вы видели много артистов, их было больше 20. Не показался вот. Ли там был Паша Артемьев? Там был и Паша Артемьев, и Марк Эдельштейн, который позавчера получил золотую пальмовую ветвь. Вот, в общем... Замечательный состав. Да, но это спродюсировали не мы. Я даже не буду эти лавры... Себе мы присваивать, конечно, не будем. Вот, нам так повезло просто. Вот. Но правда в том, что был записан вот, спектакль «Променад», который представляет зрителю видимое и невидимое Царицына, и мы поддержали его еще таким вот нестандартным для мобильного художественного театра ходом. Вот, но это была уже наша кураторская задумка. Вместе со сценографом Наной Абдрашитовой мы создали сценографию для спектакля. Я уже вам рассказывала драму о том, как установить что-то в Царицыно. Так вот, мы установили 5 стереоскопов, которые показывают вот это невидимое Царицыно, которого сейчас нет, а в некотором смысле которого и не могло быть, потому что Нана сделала сценографию вот в этих стереоскопах, где вы видите объемное изображение, знаете, таким старым методом, вот когда там смещенное изображение. Вот, она сделала это методом коллажа,
Тогда, на рубеже 19-20 века, в общем, было принято экспериментировать с комбинированной съемкой, чуть менее технологично, чем сейчас, но тем не менее она сделала вот методом коллажа сценографию, отсылая к историям героев, которые человек слышит. Вот. Поэтому час 25. Выходите из метро Орехово, открываете приложение, которое у вас уже скачано, потому что вы скачали его, пока слушали меня. Вот. И прогулка с хорошо заряженной батарейкой и антрактом, который предусмотрен. Особенно должна сказать, что мы гордимся, значит, антрактом, потому что кроме вот всех этих романтических историй, Царицына также имеет огромное количество трэш-историй про то, какая жуть там творится. Вот. И овраг наш портал, и люди там пропадают, и белки там такие вообще. Не раскрывайте, в общем, всех секретов. Не буду раскрывать, но, в общем, вы знаете, что это там тоже будет. Вот. Поэтому вот сложился такой проект, который работает с памятью места. Я надеюсь, что он... Да, мне кажется, что мы все запланируем один летний вечер для вашего спектакля. Ну, у нас тем временем подходит время подводить итоги. Мы обсудили очень много важных тем сегодня. Но вот у меня для каждого из вас остался, наверное, последний вопрос, на который можно ответить коротко и лаконично, или как чувствуете. Собственно, что современное искусство может дать традиционному мемориальному музею, и что, в свою очередь, мемориальный музей может дать современному искусству? Александра, давайте да, с вас начнем. Да, я могу начать. Просто слушая своих коллег, у меня в голову пришел термин, вот есть дополненная реальность, а мы сейчас говорим с вами о дополненной мемориальности. Вот, то есть, когда посетитель приходит, чтобы приобщиться к месту или к определенному персонажу, узнать его историю, прикоснуться, да, к этому гению места, а тут для него открывается какой-то более полный, более яркий мир с новыми образами. Это, наверное, то, к чему нужно стремиться нам вместе. Вот. И как я уже, наверное, говорила, у мемориального музея не так уж много способов рассказать историю. И, конечно, современное искусство здесь в помощь. А что касается какого-то, ну, вот, обратного тоже взаимодействия, то, во-первых, мемориальный музей может дать замечательную возможность и для самореализации, и для погружения в какую-то, может быть, неочевидную тему, с которой ты никогда не работал, ну и плюс к приросту новых почитателей, это всегда тоже приятно. Вот, поэтому, да, и, конечно же, я за такую дружбу, я за такое сотрудничество. Спасибо. Я продолжу, наверное. Как я уже сказала, что благодаря, собственно, проекту мы, ну, сделали новую экспозицию в Мемориальном музее. И тут я должна Дашу Колпашникову поблагодарить, потому что ее отзыв об этом музее стал последней каплей. И я поняла, ну, уже что-то нужно делать, но невозможно же так. Это, ну, правда, один из самых потенциальных музеев. И, ну, и стыдно. Вот. И тут как бы все идеально сошлось. Мы пришли с проектом, пришла новая заведующая. У нас был полный карт-бланш вообще на все это. И создавая новую такую постоянную экспозицию, мы очень плотно взаимодействовали с фондами Краеведческого музея, с частными коллекционерами, с архивами, с библиотекой даже. То есть ну, как бы музейное сообщество сплотилось. Многие подключились и помогали нам, ну, просто, не знаю, найти самовар. И это было так классно, потому что, ну, для нас, ну, для Томска, это очень важно, что формируется такое музейное сообщество, потому что, ну, как бы, чем лучше, крепче сообщество, собственно, тем лучше проекты, и от этого только зритель больше выигрывает. Вот такой, ну, первый момент именно про музейное сообщество. И про то, что, конечно, музеи дают, это, ну, понятно, это новые идеи, это новые смыслы, это, ну, собственно, вот этот контекст, которого иногда художнику не хватает. А Томск в этом плане, он вообще не сильно освоен современными художниками. Идей, ну, как бы, очень много. И я думаю, что, ну, этот проект подтолкнул к тому, чтобы больше как-то больше копать, больше работать. Больше сезонов искусства «Жить дома» впереди. Я думаю, да. Мне кажется, что вот насколько у нас была идея, да, оживить музей, и это получилось. И, знаете, даже вот недавно мне администратор пожаловалась, что так много музейных сотрудников приходит в музей.
что, мол, происходит. А это, ну, это тоже большой показатель, что из других музеев приходят посмотреть, что мы там наделали. И мы думаем, что, ну, это создан прецедент, и мы пойдем дальше, и нам, надеемся, будет еще работать, ну, с какими музеями поработать в этом плане. Поэтому, ну, тут я очень благодарна и Даше за идею, потому что мы очень давно хотели сделать интервенцию в музей, и мы обхаживали музеи Политехнического университета, ну, как бы просто не смогли маленько, ну, доработать, да, и мы давно мечтали, потому что есть, ну, примеры по Сибири, не знаю, там какой-нибудь Красноярск, где в рамках какой-нибудь параллельной программы Биеннале художники заходили в мемориальные пространства, и мы с такой, ну, немножко завистью всегда смотрели, что нам тоже очень хотелось, и были идеи, но тут вот все сошлось, и это, ну, мы очень довольны. Замечательно, мы тоже на самом деле, потому что в проект, позволю себе эту небольшую ремарку, мы влюбились, что называется, с первой фотографии. Музей наш уже начинает нас предупреждать, да? Намек понятен. Ну, во-первых, да, безусловно, такие проекты дают возможность привлекать новую аудиторию. Музею нужно мемориальному, или вот как мы, ложно-мемориальному, нужна новая аудитория, а художнику нужна аудитория, и нужно показывать свои работы, их продавать в конце концов, поэтому не так много мест, где можно активно выставляться. Вот. Это раз. А второе, мне кажется, что музеи и художники, кураторы друг друга нужны для того, чтобы друг друга раздражать. Вот в таком, естественно, научном смысле этого слова. То есть раздражать и провоцировать движение и развитие. И тут, наверное, основной вопрос заключается в том, есть ли у музея достаточно ресурсов для этой саморефлексии, потому что, конечно, работа с современным искусством – это форма саморефлексии. И не менее важный вопрос со стороны художников и кураторов – достаточно ли в них смирения, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы тоже в этом поучаствовать. Мне очень интересно наблюдать за разными проявлениями этого взаимодействия в рамках Пушкинского музея, потому что я отлично понимаю, что для большинства наших посетителей Пушкинский музей – это вот Давид, может быть, в лучшем случае импрессионисты в галерее. Однако же Пушкинский музей – это 6 филиалов, очень разнообразная деятельность, и мне кажется здорово, что за счет искусства «Жить дома», помимо всех тех задач подстегнуть, вдохновить, дать возможность высказаться, соединить, казалось бы, несоединимое, мы выстраиваем взаимосвязь более тонкую на уровне взаимодействия кураторов, взаимосвязь на уровне какого-то проектного подсвечивания в целом за счет проекта «Искусство жить дома». Но это далеко не единственная наша музейная история, в которой мы обращаемся к мемориальному наследию и приходим в гости в места, где, может быть, даже о современном искусстве не думали или с ужасом, возможно, даже предполагали, что он там окажется, не были к этому готовы, а потом оказались так благодарны и открыты к сотрудничеству, что ждут нас вновь. Подобным занимается фестиваль «Аланика», который инициировал наш северокавказский филиал, находящийся во Владикавказе. И уже во второй раз в этом году коллеги будут проводить фестиваль с очень давней историей, занимающийся непосредственно современным искусством в самом, как будто бы, неоткрытом для этого явления регионе нашей страны. Однако же это стереотип, который коллеги год за годом эффективно развенчивают. В прошлом году фестиваль «Аланика» впервые был посвящен мемориальным и вообще локальным музеям, находящимся на территории Кавказа, не только Северной Осетии, но и в других республиках. В прошлом году, допустим, проекты были в Чечне, в Карачаево-Черкесии, в Дагестане, в этом году тоже будет довольно широкая география, и прямо сейчас, вплоть до 17 июня, проводится open call для современных художников, которые, возможно, заинтересованы в подобном взаимодействии с нетривиальными, мемориальными, музейными, традиционными пространствами и возможности дать им какой-то новый импульс, вдохнуть в них не новую жизнь, но новый подход или хотя бы новую атмосферу на время, чтобы стать гостями таких необычных и очень интересных мест. Я вам рекомендую зайти на сайт фестиваля «Аланика», почитать про эти потрясающие музеи, которые я мечтаю посетить и надеюсь смогу этой осенью, когда фестиваль откроется.
Но кроме того, у нас есть мастерская Эдуарда Штейнберга в Тарусе, за которую отвечает как раз коллектив Пушкинского музея в Москве, отдел региональных проектов. Мы уже несколько лет делаем программу, которая называется «Лето в мастерской» Эдуарда Штейнберга, и пробуем втолкнуть в это место какие-то новые смыслы и подсветить нашего главного героя, художника второй волны авангарда, нонконформиста Эдуарда Аркадьевича Штейнберга. А в этом году мы впервые в истории Пушкинского музея смогли провести арт-резиденцию, которая будет проходить в уже на протяжении всей весны. Сергей Бояринцев, наш резидент, работал, переосмыслял смысл, связанный с Тарусой, тем очень особенным, очень важным для русского искусства местом, местом исключительным даже для нашего главного героя в Пушкинском, Ивана Владимировича Цветаева, и для нашей гости сегодняшней Марины Цветаевой, которая там проводила свое детство. Но мы в рамках этой резиденции посвятили внимание художника именно Эдуарду Аркадьевичу и тому феномену дома, который неизбежно приходит на ум гостям Тарусского музея, Тарусского филиала Пушкинского фактически. Так что тоже с 1 июня всех очень ждем посмотреть и на такой подход работы с мемориальным пространством, очень особенным, который в Пушкинском открывается только на летние месяцы. Мне кажется, что в любом случае это всегда вдохновение, всегда эксперимент и всегда авантюра, которую мои коллеги очень по-своему принимают на себя очень красивым образом. Я как раз очень жду, когда у вас откроются результаты арт-резиденции. Это будет для меня поводом съездить на семейную дачу, наконец-то, в Тарусу. Да, я, наверное, дополню. У всех коллег не буду повторяться. Очевидно, есть какие-то взаимовлияния, да, между нами, современными художниками, и мемориальными музеями. Я, наверное, просто дополню, что мы, как филиал, очень много работаем с просветительской образовательной программой. И под каждый проект в каждом музее мы делаем очень такие продуманные арт-медиации, да, и если вы не знаете вдруг, то обычно в музеях, да, это экскурсии, но мы, как люди, которые кураторы, которые работают с современным искусством, работаем с такой как бы параллельной историей экскурсий, но на самом деле это не очень правильно называть их экскурсиями. Ну, в общем, это такой вид диалога в пространстве музея, где нету экскурсовода, есть человек, медиатор, который вас ведет через тему проекта, через диалог, вопросы, игры и, в общем, какие-то разные художественные взаимодействия, как у нас это бывает. И на самом деле вот второй год подряд в течение вот этого проекта я замечаю, как для музеев квартир это для них практика неизвестная, и они в совершенном восторге от того, что это абсолютно другой тип взаимодействия с зрителем, с аудиторией, с которым они никогда не сталкивались. И мне кажется, это как раз очень тоже такой положительный эффект, что музейные сотрудники, наши коллеги узнают еще про какие-то виды взаимодействия с аудиторией, помимо экскурсий классических. Перенимают ваш опыт. Да. Да, в каком-то смысле. Здорово. Ну, я хочу поблагодарить наших замечательных спикеров и, конечно же, вас, наших гостей, которые провели с нами этот уже почти теплый летний вечер. Спасибо, что пришли в Пушкинский музей. Обязательно ознакомьтесь с нашими проектами, запланируйте визиты, впереди у всех отпуска. Поэтому стройте планы, наслаждайтесь и всем хорошего вечера.